Ма-ма. Смыкаем нижнюю губу и верхние зубы. Ма. Ма-м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 а
Вторая часть — это фонариком подсвечиваем себе мягкое небо, мягкое, мягенькое небо, чтобы контролировать его поднятие. Чем выше нота, тем мягкое небо выше, и наш язычок, он заворачивается назад. Чем выше мы поем, тем наш язычок больше закрывает нашу носоглотку, чтобы воздух туда не попадал, чтобы звук туда не попадал. У нас звук должен идти через твердое небо, через верхние зубы и твердое небо. Твердое небо его умеет равномерно распределить по нашей маске, по нашим резонаторам. А если звук попадет в мягкое небо и в носоглотку, то звук застрянет в наших носовых раковинах и будет такой назальный призвук. Вот, так что делаем так. Наблюдаем за своим мягким небом и учимся его контролировать, учимся его поднимать и заворачивать язычок. Вот у меня, смотри. Я даже не пою, но я могу его представлять. А вот. И поем упражнение. Следующий момент. Указательный палец приставляем к верхним зубам. Вот. И пытаемся прочувствовать вибрацию. Наши зубы тоже резонируют, отвечают на наш звук. Пытаемся запомнить эту вибрацию. Как я уже говорил, у нас много нервных окончаний на ладонях, особенно на кончиках пальцев. И вообще пальцы, они чувствительны у нас. Мы не зря ими все трогаем, там, перебираем. Вот. Делаем. И при этом стараемся наблюдать за мягким небом также. То есть совмещаем поднятие мягкого неба, заворачивание язычка, да, и концентрацию звука на верхних зубах и на твердом небе.
забываем, что наша... Гортань опущена. Корень языка давит немножко, давит на надгортанник. Для того, чтобы надгортанник был немножко приопущен, звук, выходящий из гортани, отражается от надгортанника по принципу бильярдного шара. Посылается в твердую, в заднюю часть нашей глотки, да? Отражается от нее и летит именно в твердое небо. В твердое небо. Если наш надгортанник будет прямиком так вот раскрыт, да? Вот у нас... Так, я сейчас подумаю, скажу. Ага. Вот. У нас надгортанник устроен так. Он у нас закрывается, когда мы глотаем. И по пищеводу там сзади идет еда. Когда мы поем, он у нас открывается, чтобы звук выходил из трахеи. Вот. И он должен быть немножко приопущен, чтобы звук мог отразиться от него и пойти на затылок, то есть в заднюю часть нашей глотки. Отразиться от глотки и пойти прямиком в твердое небо и верхние зубы. От твердого неба звук рассеется в маску, в наши головные резонаторы. Если надгортанник поднят прямо, то звуку отражаться нет от чего, и он просто летит в наше мягкое небо, даже если оно будет приподнято. Единственное, что когда мы, когда мы поднимаем мягкое небо, у нас как бы рефлекторно опускается надгортанник. Но все же надо думать еще о том, чтобы корнем языка на него надавить. Он должен быть немножко приопущен. Теперь возвращаемся к первой части упражнения. Ма, ма, мама, ма. Верхние зубы смыкаются с нижней губой, да? Ма, 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 ма. Это делаем. Палец к верхним зубам приставляем. На вибрацию обращаем внимание. Рот открываем так, чтобы свет дошел до язычка, чтобы его контролировать. Контролировать его заворачивание, поднятие мягкого неба. Наш звук не должен идти прямиком в мягкое небо. Он просто там глушится. Он должен идти... Он должен обходить. Мягкое небо нужно от него спрятать. Спрятать от этой звуковой волны. Вот я сейчас максимально подниму. Чтобы спрятать звук, чтобы спрятать мягкое небо от звуковой волны, которая исходит из моей гортани. Вот, проверили, что у вас мягкое небо реагирует, да, на высот, на высотность. И теперь делаем ма. Делаем медленно, чтобы успеть зафиксировать положение своего мягкого неба. Ма, 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 ма. Ма, 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 ма. Вот язычок прячется, да? Ма-ма-ма-ма-ма. Он не просто прячется, он именно заворачивается. Он конкретно закрывает эту узкую щель в нашу носоглотку. И когда убедились в том, что у вас все срабатывает, то фонарик уже не понадобится. Просто
делаем быстро и разгоняемся. Разгоняемся максимально на высоких звуков, высокие звуки пропеваем как проходящие, очень быстро. Таким образом мы развиваем свой предел верхнего диапазона. Высоковато. Можно еще попробовать повышать на кварту резко, то есть не на полтона, не на тон, да, как мы привыкли, а конкретно на кварту. То есть низко начинаем. И на кварточку. Что-то типа того.